Поднимите руки, кто любит читать. Книги наших земляков. А кто такой земляк? Молодец. И вот здесь как раз фотография нашего писателя, чьи книги, я не сомневаюсь, вы читали. Не случайно Ульяновск с гордостью носит звание литературного города ЮНЕСКО. Столько самоцветов мира слова родилось на нашей земле и прославило ее далеко за пределами. Илья Таранов – один из таких писателей. Только для детей он создал 7 книг, а роман-сказка «Маэлла» и «Башня господина В» признан лучшей книгой региона для детей и юношества в 2003 году. Есть и множество других авторов, в том числе современников, которые своим словом окрыляют самых юных читателей и с детства учат их главному – дружбе, смелости, вере в чудеса и готовности самому их творить. На этих произведениях выросли целые поколения. В этом альбоме история нашей библиотеки. Просто хочу сказать, что в нашей библиотеке и встречи, и конкурсы, и различные мероприятия. Видите? А это все детки. Возможно, среди них есть и ваши знакомые, которые тоже приходили к нам сюда, в библиотеку. За самые интересные часы – самые искренние творческие ответы. К дню рождения любимой библиотеки собрана целая галерея работ юных читателей. Целая, можно сказать, такой триптих, три принесли картины интересные. Это наш давний читатель. Вы даже можете прочитать, смотреть, что они написали. Конечно же, помогала мама, наверное. «Хожу в Аксаковку 3 года. С любовью к вам, читатель Федор». Современные дети не любят читать. Мнение ошибочное, действительности несоответствующее. И эта выставка тому подтверждение. Аксаковки с любовью. И наши читатели, друзья, партнеры выразили такое желание нарисовать самые разные рисунки на выбранные темы. Одна из тем, это, например, «Я в Аксаковке». Есть тема «Аксаковка будущего». Праздников много не бывает, особенно когда речь идет о детстве. 1 августа исполнилось 99 лет со дня рождения всенародно любимой тети Вали. И этому событию в Аксаковке особое внимание. В первую очередь мы ее помним как родного человека, которая входила в наш дом и к взрослым, и к детям. Удивительно, но она укладывала спать, наверное, прабабушек и прадедушек современных детей. Это же здорово. А какой она была? Вот об этом наша выставка, которая так и называется «От всей души». То, что объединяет поколения. Турнир знатоков сказок – не просто конкурс для гостей библиотеки именинницы, но и еще одна возможность подкрепить свой внутренний мир неоспоримым богатством. Сказка – ложь, да в ней намек.